Всем привет! Сегодня я покажу, как получить тут права на BlueStacks 5 версии. Чтобы у вас было устройство рут-права, во-первых, и в рут-чекере. Вот, как видим, у меня рут-права. Для этого нужно зайти в локальный диск Program Data, BlueStacks NHT. И вот это вот, видите, вот файлик, да? Нужно скачать, он будет в ссылке в описании. И потом закинуть сюда, заменить, это обязательно, свойства, и только для чтения, Все. После этого перезаходим в BlueStacks, у вас будут рут-права. И все, всем спасибо, всем пока.